Тут же паровоз, тут колеса. Все, прощай, Сань. Если я уже, если за что-то я обидел тебя, прости меня, пожалуйста, Сань. Ладно, жизнь, если расстроил тебя снимаю. Там этому я потом я буду снимать, когда вниз пройдем. Слева мы будем, когда подниматься, смотрите, за холмом будет рисовываться гора Кошка, которая находится в Семенисе. Отсюда она будет видна. Нужно поймать момент, когда мы будем. Слева она у нас будет по ходу движения. Посмотрите на станцию. Машина на обед, не за другие лучше стоит. На обед, что машине гоняют. Thank you.
Я думаю, я помню. Ты же обратно есть, да? А ты специально обратно не брал, что ты зачем? Здесь не дают обратно. Раньше забавили, сейчас. Ну и правильно делать. Мало ли что. И справа вы видите конусная гора Макаби, в переводе с греческого означает кучерявая, потому что покрыта густым лесом крымской сосны, обыкновенной, душистой. А слева вот сейчас за этой конусной горой вы увидите гору Кошку вдалеке, которая находится в поселке Семейс. Сейчас предыдущая группа не разошлась и будет нас потихонечку тянуть наверх. Так что не расходитесь. То есть они нас будут тянуть наверх? Мы бы рады разойтись. То есть, как сообщаешь, сосуды. То есть они вниз, а мы вверх. То есть они нас потянут наверх. То есть они, вы видите, цветут альпийские травы сейчас. Очень благодатное время. Да, жить.
Выход на левую сторону по ходу движения вагончика. Здесь автоматически стыковка, я не ручная. Вот, все.